«Ныряй, Олли, ныряй». «Мой дом, моя крепость». Автор сценария Мэри Дэвис. Продюсер Лиз Янг. Только не я. Не я. И не я. Господи! Так, все прячьтесь. Раз, два, три, четыре. Режиссер Боб Дусе. У меня есть один фокус, который перепугает Олли до смерти. Семь. Приготовься, Брент. 10. Кто не спрятался, я не виноват. Давай. Это круто. Ты что делаешь, Скид? Зачем надо было это делать? Ты ведь мог кого-нибудь поранить? Да это просто шутка, Олли. Видел бы ты свое лицо. Да-да, вот именно такое лицо у тебя и было, когда... Осторожно! Брент, ты в порядке? Да. Вроде бы в порядке. Брент, твоя раковина. О нет, я голый. Ой, Брент. Моя прекрасная раковина сломана. Видишь, что ты наделал, Лолли? Я? Это ты во всем виноват. Я виноват? Ну уж нет. Да какая разница, чья это вина? Брент лишился дома. О, нет! Мой дом сломался, и никогда мне не найти такого же красивого и особенного дома. Не волнуйся, Брент. Мы с Бет найдем тебе новый красивый дом. Он так расстроен. Мы должны ему помочь. Да, Скид, попытайся развеселить его. А мы с Бет поищем новый дом. Ну, хватит, ничего страшного не произошло. Брент, пожалуйста, хватит причитать. Мой дом, он был для меня всем. Все кончено. Давай, Бет, скорее. Не могу дождаться, когда мы покажем Бренду новые дома. Уверен, хоть ему точно понравится. Не знаю, Олли, он так любил свою старую раковину. Вон, Скид, ныряем. Олли, Бет, вы вовремя, Брент никак не успокоится. Найти новый дом оказалось не так легко, как мы думали. Брент, мы нашли несколько необычных домов, чтобы ты взглянул на них. Ну, давайте посмотрим. Я хочу свою старую раковину обратно. Нужно что-то придумать. Олли, придется найти раковину точь-в-точь похожую на старую. Да, но где же нам ее искать? Может, в скалистом ущелье?
Мы об этом даже не подумали. Что же вы еще тут делаете? Идите и принесите раковину. Пожалуйста. Они так торопятся. Видишь какие-нибудь раковины, Бет? Пока нет. Эй, нашел! Она в точности такая же, как и старая. Заберу ее. Подожди! Что? Смотри! Наверняка из-за этого рыба так спешно уплывала отсюда. Да всего лишь старая акула. Я быстро заберу раковину. Она даже ничего не заметит. Осторожно, Олли. Спи, маленький краб, усни. Пусть тебе приснятся сладкие сны. Только не плачь. Пожалуйста. Господи, я думал, он никогда не перестанет плакать. Как дела, Скит? Они вернулись. Принесли мне мою раковину. Прости, Брент. Это просто рейнджер. Проклятие! Что происходит, Скит? У Брэнда сломалась раковина, поэтому Олли и Бет сейчас в скалистом ущелье ищут новую. Место отличное, там много разных раковин. И одна старая противная акула. Акула? Точно, и большая. Они очень рискуют, и все ради меня. Думаю, да. Какие замечательные у тебя друзья, Брэнд. Тебе повезло. И правда! Мы должны достать эту раковину, Бет. Она идеальная. Да, но как мы пройдем мимо акулы? Ну, ты можешь отвлечь ее внимание на себя, а я займусь раковиной. Вот уж нет. У тебя есть ускоритель, и она должна поплыть за тобой. Ладно, давай попробуем. Эй, ты! Со здоровыми зубами! Сюда! Получилось? Еще какие-нибудь идеи, Олли? Нет! Но я думаю, Брент полагается на нас. А как ты думаешь? Привет, ребята! Рейнджер! Скит сказал мне, где вы. Ну как, нашли раковину? Нашли, только взять ее не можем. Старая акула вам помешает? Именно. А почему раковина Брента вообще сломалась? Скит и Олли валяли дурака. Я? Это Скит валял дурака, а я... Олли. Я ничего не делал. Да нет, у меня есть идея. Нам нужно взять один из баллонов, сожатым воздухом из штаба. Думаешь, поможет Бетти? Надеюсь. Да, конечно, поможет. Смотри-ка, похоже на большую разноцветную рыбу. Она плывет за ней. Возьму раковину, пока акула занята. Получилось!
Пошли отсюда! Брент, выходи! Какая красивая раковина! Я так вам благодарен, ребята! Это самая красивая раковина в этих морях! Это был отважный поступок, ребята! Почему сразу они? Это я отважный, потому что мне пришлось весь день слушать причитания Бренда. Я так счастлив! Ты прав, Ски! Ты самый храбрый среди нас! На русский язык фильм озвучен студией «Шпиль Групп» по заказу компании «Music Trade» в 2008 году.